President Putin and I have been discussing various things, and I think it's going very well. We've had some very, very good talks. We're going to have a talk now, and obviously that will continue. But we look forward to a lot of very positive things happening for Russia, for the United States, and for everybody concerned. And it's an honor to be with you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Я очень рад с вами встречаться, и мы с вами обсуждали уже целый ряд вопросов, и будем продолжать обсуждать целый ряд вопросов. И я с нетерпением ожидаю такой возможности. Я думаю, что это все будет позитив как для России, для Соединенных Штатов, так и для всех. И для меня большая честь вам встречаться. Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону. Mr. President, we've talked over the phone a couple of times. И по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной. On very important bilateral and international issues. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Well, phone conversation is never enough, definitely. Если мы хотим решать вопросы позитивные двусторонней повестки дня и наиболее важные острые вопросы на международной повестке, то, конечно, такие встречи лично необходимы. But if we want to have the positive developments in bilaterals and be able to